Привет тебе, дорогой друг. И сегодня мы сделаем одну замечательную самоделку, так как пришло тепло, пришло лето. Многие любят посидеть на природе, пожарить шашлыки и тому подобное. Нам понадобится вот такой вот профиль. Профиль 20 на 20, крашеный. Сейчас я его еще зачищу. Болтик и шайбочка. И рандомный кусочек металла. Сейчас зачистим данный профиль. Я же вам желаю замечательного настроения и хорошего просмотра. Спасибо вам, что смотрите мои видео. А мы начинаем. Мы зачистили все. Я держу в крагах, потому что горячая после зачистки. Теперь нам нужно один край отрезать под острым углом. Готово. Сейчас шлифанем края. Дальнейшие манипуляции. Мы должны приварить данную пластину примерно вот так вот, в 15-20 сантиметрах от края, вот под прямым углом. У нас, конечно, получился не совсем прямой угол, но с одной стороны даже лучше. Следующий шаг, нам нужно померить высоту нашей сковородки. Будущей сковородки, которую мы будем использовать. И на этой высоте, отступив где-то пол сантиметра, нам нужно просверлить отверстие для будущего болта. Мы просверлили отверстие. Да, чуть не соосно, но это не важно. Теперь нужно нарезать резьбу. Я это сделаю с помощью, естественно, метчика. Ну, мы закончили. Я единственное, что заменил болт на более длинный, и под гранник он удобен. Вот так вот это выглядит. И сейчас пойдем испытывать.